Здравствуйте, сейчас я нахожусь на склоне оврага, который ведет к джерелу сковороды. Идет к джерелу сковороды. По его дну бежит небольшой ручей, который соединяется с водой, вытекающей из джерела сковороды. И дальше по дну этого оврага течет к озеру Сковородиновскому. Я был на этом месте 9 дней назад. Пролесок практически не было, кое-где только галки появлялись. Сейчас пролески уже проклюнулись. Их немного. Будем надеяться, это из-за того, что не все еще зашли. Хуже, если это результат деятельности человека. Я сейчас шел по дороге. По лесной. Очень много машин. Люди выехали на пикник с семьями, с детьми. Жарят шашлыки и собирают пролески. То есть у детей уже с детства закладывается в подсознание, что пролески нужно именно рвать, а не любоваться ими, любоваться тем, как они растут. Свободно, без всяких помех на природе. Еще несколько лет назад здесь были сплошные ковры пролесок. Сейчас одинокие островки. Жаль, если эта красота исчезнет.